учеными играть тоже прикольно. Окей, как-нибудь давайте, знаешь, что сделаем? Давай как-то побольше народу соберем. Мне уже нравится эта карта. Сразу гиглаем 16 дальше. Так вот, мы играем с Артем, наш подписчик. Вот, добавляйте нас в скайп Santay3374 и сироп, кажется, не помню. Какой? Ну там нам мы напишем. Да, все будет в описании. Так, что-то какая-то маленькая карта. Да, нормально. Да, я гружусь, я загрузился. А, вы. Мне сразу дигу М16 дали. Мне М16 подавал, дигу, сразу, кажется, рандом дает. А мне сразу два раза. Ко мне поднимайся. А, тут еще подвал есть? Вот, Санек, я с тобой. Пошли. Поднимайся ко мне, пошли. Я сразу тебя в хэд нацелюсь. Да, да, да. Если что, я с Ягром в группе. Если меня убьют, вы догадаетесь. Катя, что это такое? Если что, я с Эпикменом в группе. Если меня убьют, это он. Ты хочешь меня убить? Нет, а ты меня хочешь убить? Да. Я не могу залезть, спасите меня. Нет, Саня, иди-ка ты в жопу, знаешь? Сам ты. Я тебе никогда не доверял в играх и не буду. О, привет. Как залезть? Что, Полин? Я не к тебе. Да я не к тебе! Вот он! А, подожди, не. Кто из вас кто? Тихо, подождите! Это кто? Сразу подождите! Ех, я бы убил! Хомяк! Ха, хомяк, вы сэкономите. А где Артём-то? А я его убил. Артёма? Да, убил Артёма. Кто убил? Не надо убивать без причины, если он тебя хотя бы пытается это как-нибудь там соблазнить, не знаю. Он на меня смотрел. А, ну это причина убийства этого. Я тебе даже покажу, где... Я зашел в мебель! Смотрите на меня! Зверь! Нельзя просто так каждого убивать. Я волшебный бут... Так, вот новый. Я сейчас играл бочкой. Так, ты кто? Ты Артём? Артём, пошли за мной. Артём, вот он я. Артём, это не ломается. Я сразу М16 получил, да, е-е-е. Ты меня видишь? Если да, кивни. Да. Блин, я что-то поставил какой-то... Так. Я должен спрятаться. Тихо, отойди! А, меня... Спокойно! Так, я вас вижу, уроды! Всем стоять на месте! Ах ты! Что? Это правда не я! Я не этот, я просто думал, что Егор целится в вас и пытается... Мою снайперку еще забрал! Тихо! Ах ты, блин! Цепь, ты меня убил только ради снайперки? Я же говорил, Саня, ты меня убил только ради снайперки! Злодяра, а карма самая маленькая у меня! Это вот этих я... Это я их убил. Правильно, я стрелял в маньяк, у меня карма понижалась, человек меня убил за оружие, конечно, карма понижается у меня. Я пока бутыльком играю, Смотрите, сейчас побычет, кого не смеет. Чего вы всегда Артёма убиваете? Он тоже хочет играть. Я всех привет. Не убивайте Артёма, он тоже хочет играть. А ты меня за оружие не убивай. Да ты просто целился в них, я думал, ты сказал, я вижу вас, уроды, я думал, ты сейчас их убьёшь. Я просто сказал, всем стоять, мало ли чё они там. Да, мало ли чё. Убили бедного человека. Так, Санёк. Я за руку. Санёк, держись на расстоянии. Если ты будешь меня стрелять, я тебя сам пристрелю. Я тогда тоже. Санёк, уйди лучше, уйди, просто уйди. Да иди ты в жопу, я буду здесь. О, я нашел камеру. Ну чё, кто ты? Пошлите, Санёк, короче, я вас в камеру приведу и будем это допрашивать. Да нет, Санёк, маньяк! Самобеспалевность, Егор. Я не маньяк. А чё, Санёк со мной? Я просто еду. Вы так узнали, что он меня убил. Вы сами подумайте, он сказал, что уходит, потому что он стал трейдером и просто ушел от меня, типа, не хотел палиться. Да, Санёк. У тебя самого их всегда меня убивать. А я спрятался в общем особом месте. Я, блин, не убивай просто так. Я не убиваю просто так. Я убиваю просто так, это моя задача. Посмотрите, где я нахожусь. Здесь кто-то за диваном. Ну давайте быстрее. Давайте, сейчас я кого-нибудь найду. Слушай, на букву Е впитайся в бочку, будешь бочкой управлять. Чё?
Можно бочкой управлять, если на ней. Нужно, когда ты будешь следителем, в смысле, не, когда тебя убили, нужно нажать Е на... Тихо! Ты кто? Я мирный, тихо, бежим, отсылька! Пошли! О, хомяк сзади вас! Привет! Мама, бей Санька, убивай! Успокойтесь! Стреляй, Санька, стреляй! Убей его! Стреляй в него, стреляй, давай! Вот я ж сказал, обезьяна она. Подожди, а кто детективом играет? Детектива пока что нету. Я вот ни разу детектива не был, я всегда почти зелененьким был. А там назначать надо. А, ну ясно. Назначи меня, пожалуйста. Нет, не очень охота. Бля, карма, 900. Ты просто всех расстреливать будешь нафиг. Так вот, сейчас без причины никто не убивает. Ну, блин, Санёк, реально. А я был трейдером, у меня была причина. Да. Кстати, если он убивает, не пишет, что он убил. Так, сейчас. Аванс. Хомяк, ты просто пытаешься... Ой, это, Артём, просто пытайся избегать людных мест. Вот просто... Так, потому что я все... Если кто-то ведет себя очень, как бы, знаешь, как бы, подозрительно, просто стреляй в него. Все, ну, насрать, это, убьет. Ну, точнее, нет. Убей их. Да просто убей, короче. Убей всех людей. Так я действую, так хотя бы. Это я так действую, где я тут люди? Вот теперь, кто, я, вот я сейчас точно не трейдер. Да, мы тебе все верим. Когда я ржу, я не трейдер. Я тоже. Кто-то рядом со мной в подземке. Значит, я тебя... Так, кто? Артём, ты хороший, плохой? Хороший? Так, ты убегаешь, значит, ты хороший. Да, у тебя логика вообще классная. Что ты за мной ходишь? А что, убить пытаешься, да? Я знаю, кто ты. Я тоже хочу с руками. Хомяк, извини! Артём. Я не могу тебе полностью доверять. Он маньяк! Маньяк? Артём, маньяк! Нет, хомяк не маньяк! Кто тогда? Ты меня начал стрелять. Как там? Которого мы не любим убивать. Извини, хомяк, реально прости. Ты, кажется, знаешь. Егор! Спасите! Тихо, Соник, тихо! Все! Бочка! Ты плохой, да? Ты меня пытаешься убить! Бочка, мстите! Это Диман! Какой Диман? Да, Диман! Так, ясно! Я буду открываться как могу! Артём, давай! Бочка подъехали! Я бочка! Артём, давай держаться, мы держимся! Фак! Так, хомяк, пожалуйста, пусть у тебя будет какое-нибудь хорошее оружие! Я бочка на твой случай. Блин, у тебя только дига, а у меня слонуха с дигом. У тебя слонуха? Иди сюда. Бочка убийца. Хомяк же сдох. Я возродился, теперь я бочка. Хомяк, убей Егора. Подождите, а кто жив? Как узнать, кто жив? Ну, сейчас Егор, хомяк и я. Хомяк мертв. Я превратился в бочку, я воскресл, я теперь бочка. Ну значит, что такое? Подожди, стой. Вот видишь, блин, за что? Бочка там была, она... Отвинись на Егора. А как вылезти из коробки? Коробкой управляешь. Так, что, если Диман маньяк, то где ты? Эй, стой! И бочку, видишь бочку? А, бочка! Это я! Хомяк, а как вылезти из коробки? Не знаю, нельзя. Я бочка, я отомщу тебе. А, вот я вылез. Да! Я убил Димана. Ха. Почти попал в бочку. Бочка будет танцевать. Кто же это? Реально бочка. И да, я живая бочка. Это не для меня, я-то хороший, я его убью. Бочка убийца. Бочка маньяк. Так, нет. У меня офигенная карма. Артём, просто убивай каждого, кто на тебя нападает, и всё. Ну, даже ну знаешь, не всегда нападение честное. Да, убивай. Убивай. Хомяка я убил, потому что подозревал сам. Я хочу быть трейтером. Вот, у меня шотган и этот. Убиваем Санька. Везде в жопу. Ты хочешь трейтером быть? Ваша карма. Моя плохая карма. Почему у меня плохая? Ага, кто ты? Враг? Друг? Нет. Санёк, ещё никто никем не назначил.
Только попробуй меня целиться, я тебе сказал. А давайте голосовать, кто за то, чтобы Санёк стал этим. Нет, я не хочу Санька детектива. Я буду детектив. Так. Кто из вас... Чё ты меня целишься? Я тянется... Ну нафиг в задницу, я от него лучше отойду, он страшный. Как ты двигаешь, Артём? Как Артём двигал вот это? Тихо, тихо. Так, я спрятался. О, не вижу. Стреляй, стреляй. Где он? Да, я его убил. Да я живой, хо-хо-хо. Я убил этого. О, а я потайную комнату нашел, классно. Тум, 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 тум. Где ты? Ну, я, короче, такую потайную комнату нашел, я сейчас туда пойду. Так, да что ты стреляешь, у нас раунд закончился, я убил. Я уничтожу тебя. Но... В следующем раунде... А кто маньяком был? Я не был маньяком, только человек. Артём был маньяком. Да я был маньяком. Артём, здесь шатган. Кого стоит одно, чтобы менять кирку, вот, монтировку на кирку из Майнкрафта? Тихо, тихо. Я знаю, у тебя что в следующем раунде. Тихо, не трогай меня, я не маньяк. Я знаю. Сейчас я приду. Давай. Здесь пасхалочка с оружием. О, да. О, да. О, да. Я никому не доверяю, не подкорите даже. Стой. Слушай. Хомяк, не трогай меня. Я не буду трогать, иди сюда. Пасхалки с оружием пошли. Вот тут пасхалки с оружием. А, да я знаю эту хрень. Тихо. Что, что? Так. Ой, прости, прости. Беспалевность. Эй, эй! Чё, хомяк был? Да. Так, давайте жмем требл из первого стана. Сам первый, короче. Не, вот это. Верхнюю. Ну, сам первый верхнюю, короче, жмем. Вот это. Там прикольный раунд будет. Там давайте, на самолете. Давайте вот это, где я тоже. Ну, давайте.